Сегодня государственный советник республики Минтимер Шамиев рассказал об итогах встречи Владимира Путина с доверенными лицами. Это представители общественных объединений, интеллигенции, спортсмены. Вопросы задавали самые разные. В основном про экономику и социальную политику. Коснулись акций протестов, борьбы с коррупцией, межнациональных отношений, законопроекта об образовании и преподавании родных языков. При принятии, вернее, подготовке законопроектов, не говоря уже и о процессе принятия, держать совет, возможно, это еще будем договариваться, в какой форме, сам порядок, чтобы при их обсуждении принимали участие представители национальных республик.